А кто Рейка контрит, интерес? Он лау. Альт F4. Альт F4 точно. Так, мне на Кенши с ним легко было всегда. Синдал? На Рейдере, наверное, тоже можно этого выиграть. Ух ты, разбежался. Да, с Серегой согласен, Камелеона полом жесткий. Он реально игру угробил немного. Так, все, смотрим игру. Ой, хорошо броню делает. Так. Плохо броню делает. Плохо панишит. А коверхедики? Плохо на мите сыграл. Все плохо. Да не, нормально. Сейчас комбу даже не дропнет. Ну, Петь, ты пока отдохни. Так, ой-ой-ой. Вот это раздает, конечно, тут Серега. Не зря он граф. По-моему, он единственный человек, кто лазер Кана использует. Не, я тоже иногда делаю. Если играю за него. Эх, Алмаз, надо было командник жать все-таки. Побоялся. Да, но сейчас он вернется. Так. Сейчас тут будут. Урон. Ух ты! Красиво. А тремора не будет, да, он не переключил. Понятненько. Интересно, Рейка может это наказывать? Он должен. Может, слайдом своим может. Да, возможно. Ой-ой-ой. Подпалил тут немного попу у Рейка. Ой, сегодня много кто попу подпалил. Это точно. Так, ой, молодцы, оверхедики заходят. У, командник. О, наконец-то посмотрим комбу. Ну такое, без меда, ну, пока. Ну, ладно, да. Но все равно. О, вот это была продвинутая. Ух ты! Видел, как он тремора вызвал? Он тремора вызвал, чтобы защититься от снаряда. Да, я видел. Классно было. Давно было. Да, и он тут разбегается тоже неплохо так-то. Убегает от снарядов. Ух ты! Вау. Еще раз. О, что творит? Ой. А, дропнул. Блин. Жаль. Так, Серега возвращается в игру. Хотел сделать захват, не получилось. Так, завел в угол. Так, что тут будет? Ух ты! Просто грамотно. Дропнул. Грамотно. Сделал блоки. На него нельзя вообще прыгать, на Серегу. Так, зонинг. Да почему? Он не наказывает за блок почему-то. Ну да, но все равно он их делает. Так, так, что тут будет? Наказывать надо. Сейчас будет командник будет, да. Сейчас будет. Не, боится командник. Ух ты! О, это что было? Да ну! Напряженная ситуация, что будет делать? Армор надо было жать там. Ух ты! Добил. Подпалили друг другу. Так. Привер получается один. Ну, Серега молодцом. Видео, не, меня ничего не сгорело. Че, неужели кончи? О-о-о! Смоук. С Ариной? Так, второй раунд. Два титана у нас тут. Так, ну я тоже думаю, что у Сереги шанг получше. У него проблема со смоуком в том, что он отмену не делает. Он либо не умеет, либо боится дропать, не знаю. Но отмена смоука — это сильная опция. Ну да. Но я почему-то их перебиваю. Ну я мешер, что с меня взять? Так, так. О, я вот... Ух ты! Я прям читал, надо было без блока вставать. Садиться. Ой, красавчик, Серега. Ооо, раздает. Раздает. 40%. Ху-ху. Вставай без блока. Работать будет. Хотя да, бы иногда. Да, кстати, вот это хороший совет. Я его использовал, кстати, против Лока, когда мы на турике играли. На турике? Да. А ты еще на турике с ним играл? Да. 3-0 когда взял.
Я еще прикалывал, говорил, что помнишь, он это 600 урона мне сейчас сделает. Так. Серега прям так ждет просто. Терпит. Да. Ой-ой-ой. Я думаю, Рейку все-таки не нужно терпеть, ему всегда есть чем скрыть. Пауэрхед, командник. О. А там наказать нельзя было? По-моему, можно было, да? Можно, можно. Это такая музычина играет жесткая. Бум-бум. Напряжение. Напряжение такое. Так, так. Бам. Оверхед не прошел, далековато. Ой-ой-ой. Так, что будет? Это пани... Хорош. Хорош. Брейкэвэй. А, поймал, да ну. Серега красавец. Так, только не дропни. Да не, не дропни. Ты что? Ты что? Хорош. Пугаешь нас. Видео. Сейчас будет ему бурталка. А, нет. Кстати, ни одной бурталки вроде еще не было, да? Да. Ну, только от Пети было. Я очень хотел, но от меня не было. А я даже не помню, когда я мог делать бруталку. Классно написал. Сереге делает контент, я согласен. Уф, резво. Ничего себе. Так, что такое? Воу. Ничего себе, Серега, ты контент правда делаешь? Как будто бы приверчатый или не готов был, или что? Ну ладно. Ух ты, хорош. 403. Так. Ох, Крейн баламут, если бы не он, мы бы сейчас спали все. Да. Нашаманил. Возможно, я тоже думаю, надо будет Ашру брать. Риверу? Ух ты. Или он докажет нам обратное. Бам. Ой, надо хорош. Да. Там метры у него есть. Блин, давай. Ой, очень, снаряд, очень. Ой, нормально. Вау. Почему-то у Привера 8 поражений, 0 побед. У меня написано. Да у всех так написано. Почему они это не пофиксят? Ладно. Ну это, видимо, те, кто играет справа, вот так вот и проигрывают постоянно. Угу. О, хороший облок. Так, брейкэвэй. Матчап knowledge. Так, что-то не пошло. Привера. Так, лоу, оверхед. Вообще, у всех у вас преимущество передо мной, Чао и Пети, в том, что мы спать ужасно хотим. Ну да. Чао, не знаю, он привык к этому режиму, наверное, но я вообще нет. Я уже обычно, ну, часа три назад бы точно спал уже. Ну да, так и надо вообще. Ну блин, не все просто могли. Надо как-то сделать, разделить турик. Ну не знаю. Надо в пятницу его делать. Мне кажется. Ну да, можно. Ой, какой. Ой, ой, ой. Ну это Серега занаглел, наверное. Так, что будет Серега делать? Ого! Ничего себе. Ой-ой-ой. Так, какой это у нас... 2-1. Надо будет уже кого-то позвать. Комнату. А никого звать не надо? Я говорю, ты с победителем их пары. А, да-да-да, точно, точно. Что-то не туда посмотрел. Ух ты! Хороший мирор был. О, как влез хорошо. Серега в теме. Про накакал под дверью. Ладно. Вы что, моего шептана услышали? Да нет, просто против. Это наша Раша. А. Тогда вы этого не слышали. Теперь услышал весь интернет. Твою мать, от этого не отмоешься.
Ух ты, ух ты. Воу, воу. Что тут происходит? Ой, бабах. Хорошо. Так, так. Ух ты, перебила. Вау. Надо же. Сильна, сильна. Интересно, с нее можешь шансон закомбить с этого веера? Вообще-то должен. Ну, конечно, я будет, наверное. Я не понимаю, чем. Ну, шариками снизу. Mm. Ну, я так думаю. Не, успеет они коснуться, нет. Ой, нам наказывают. Приятно видеть, что наказывают. Паниши. Ух ты, ух ты, ух ты. Блин, капец. Столько всего происходит на экране, что, капец, глаза туда-сюда бегают. Особенно, когда это тремор в деле. О, хорошо поймал. Ай-яй-яй. Ой, молодец. Сообразил тут. Хорош. Нет, Петя, не ты следующий. Так, захват вперед. Еще три сета ждать, по-моему. Да, я из-за этой игры ты можешь немножко поспать. А как он поймет, когда просыпаться? Будильник ставить на час. Да, блин, нет, ну... Ух ты, наказал, смотри, как красиво. Так, счет 2-1 в пользу Фривера, да, пока? Да. Серега, собираясь. Не, ну на час будильник это долго. Вот 15 минут реально поставь, проверь. Напиши в чат, сколько осталось, мы скажем, потом опять спи, если что. Так, ответственный момент. Командник, жми и все. Крейн. Ай, привет. Крейн. Крейн вошел в чат. Оба. Ну да, тут зарешало, конечно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я же говорил. Бам. Так, ну тут победа. Я закончил. Хорош. Хорош, хорошо играли. Неужели он про командник услышал? Не, сейчас ты с Крейном играешь. А, не, погоди, сейчас ты играешь с Привером. Привер, не уходи никуда. Сколько там раз? Я один раз выиграл, да?